Она получается одновременно, а эти мелочь какая-то дефицит. Зачем она? То есть лучше тех, наверное, крупных иметь. Ну, вот экспериментировал называется. Ну, это вы во сколько вот высаживаете? В феврале, ну, 7 февраля мы только сеем. А дальше как получается? Здесь, видишь, технология какая. Здесь про помидоры я вообще говорить не буду. Почему? Потому что вы так не обеспечите такое дело. Ну, сейчас скажу. Нагревательной такой системой? Ну, нет, я сейчас расскажу потом. Огурцы. Так. Вот смотри, видишь, это огурцы. Вот это огурцы у нас кончились уже, все. Ага. Я их содрал, почти выдрали. Ага. Выдрало, все. Вот. Это мы посадили неделю где-то назад. Ага. Значит, сначала огурчики вот эти вот проращивают. Так, в тряпочку водичкой смочили, полиэтилен замотали. Появились эти самые росточки. Росточки. Росточками в землю воткнули. Ну вот все воткнули, вот какие-то не вылезли. Ну, значит, он не схожий. Ну, ага. Вот эти уже растут. Появится еще один листочек, все, потом я его высаживаю в землю. Все. А вот эта штука, это что такое? А это обогрев это вообще-то. Обогрев? Дело в том, что в феврале, когда они здесь, вот здесь вот стоит батарея большая, длинная. Посредине, да, и ящики с рассадой стоят на батарее прям. А сверху батареи еще пленкой укрываешь на ночь. Ничего. И получается, света очень много. Они не тянутся там, длинные, тонкие. Они прям настоящие, хорошие. Вот такие вот, вот видишь, вот такие вот. Слушай, вот эта толщина. Я такие первый раз ну, вижу. Нет, ты еще не пойдем туда, да? Еще увидишь. Да, второй раз увидишь. То есть идея ничего такая, себе. Что рассаду... А потом уже рассаживаешь и... Все равно это ранняя теплица, то есть раньше здесь... То есть она обогревается с февраля месяца? Ну, конечно, конечно, с февраля месяца. Ага. Потому что здесь еще Передиска. Вот столько снега лежит. Я теплой водой капусту. Поливаю, снег беру, там горячий растапливаю и поливаю. Такая слушай, ну вот главный аграрий-то, оказывается, это Виктор Павлович. А то тут смотрю, вот я говорю, с это... Вот огурчики, которые вкусненькие. Ну-ка, попробуйте. Ну-ка, можно прям можно, сказать, можно, да? Можно, да, пожалуйста. Грузь, грызь, грызь. Можно прям с куста, можно второй взять, где тут еще есть. Ну, тут этот подрастет до завтра, ну, пусть подрастет. Ага, подрастет. Ага, пусть подрастет. Ну, вот это позже они посажут. А это что за вьюн? А это вьюн, убирать надо его. Просто ага. Вот его надо сорвать и оборвать ага. И дальше. Подожди, не так нет, вот. Там иначе да этот, нет. Голову оторвет. Да. Короче, его надо просто оборвать. Так, ага. И все. И он. Ну, надо внизу его обрывать. Ну, собственно говоря, они вот растут, растут. И... Так вот сколько плетей? Получается, тут, ну, 4-5. Нет, то есть этого места хватает. Нет, ну как получается? Но... Вот он садит, посажен, все нормально. Здесь надо следить за тем, что внизу вообще обрываешь все вот эти самые. Пасынки. Внизу, конечно, потому что они такой. Здесь, смотри, огурцы самые пыляемые. Сколько пазух? Столько огурчиков. Но если ты допустишь много их, они какие-то зажелтеют. Почему? Потому вот где-то. Ага, вот не хватает. Ну, уже, вот, наверное. Вот, ага. Я здесь вот. Вот их много, а они не будут. Потому что он не вытянет. Угу. Какие-то просто зажелтеют, какие-то самые. Поэтому регулировать надо немножко. То есть можно их самотек пустить, они вот миллион пазух дадут. Один лиана бесконечная. Ну, вот эти вот, например, лишние, да? Нет, уже? это нормальные. По этому самому нормальные. Они вот отростки могут быть лишние. Ага. Если сильно много отростков, они тоже на себя тоже берут. На себя да. Идут. Ну, ага. я в нижние примерно все убираю. Почему ага. Еще нижние надо убирать? Они разрастаются, и не замечаешь, там такой огурец начинает такой расти большой. На как себя семейник. Все берет, на себя ага. Все берет, ага. И сюда не идет ничего. А поэтому следить надо за всеми, чтобы не перерастали, а другие росли. Надо же все вот такие вот. Ну, я просто вот. Смотрю, что на квадратный метр тут не больше 4, ну, так скажем, 5 ну, этих я вот так плетей, скажу. Раз, да? Раз, 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 вот так они. Чтобы, ага, чтобы можно зигзагом, стать. Да? Тут вопрос не в том, что они на квадратный метр, что их же можно растянуть. Если вот, а-а-а. Например, получается, что там, вот этот зацепил здесь. Чтобы им ну, солнце было, не загораживалось. А так-то вот они растут. Угу, и растут его. Ну, в общем, в высоту растут, и им тут хватает. Ну да, они высоты, пойдут дальше, это... дальше, 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 дальше ага. Пойдут. Влево, давайте, вправо. Давайте, ну, видишь, ночь. Мне места хватает.